Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Месяц нязвыклага распарадку дня з трэніроўкамі, падрыхтоўкай да самага важнага дня ў войску прысягі мінуў. 709 новобранцаў 38-й дэсантна-штурмавой брыгады далі клятву о радзіме. За месяц, даже вот в этих тяжелейших условиях, и пандемия, и погодные условия у нас были, мы сумели их подготовить, они уже завершают подготовку к своему первому прыжку, они все выполнили упражнения учебных стрельб, то есть уже адаптировались. Брыгадныя тактычныя вучэнні ў красавіку стануць першымі сур'ёзнымі выпрабаваннямі для новага папаўнення. Затым беларуска-кітайская трэніроўка, армейскія гульні, восеньскія, беларуска-расійскія тактычныя вучэнні. Это, естественно, самый важный этап, даже можно так сказать, в жизни Здесь каждого для военного, парня. Да, для и военного. Становиться мужчиной. Становиться мужчиной для продолжения. То, чтобы показывать своим сыновьям, когда они появятся, что твой отец добился чего-то и стал кем-то. Наш папа тоже военный, бывший военный, он сейчас в отставке. Сын продолжает стопы отца. Ну, конечно, мне как матери очень тяжело, конечно, что ребенок в армии. Я как мать переживаю, чтобы было все хорошо. Присягнули на верность айчыне 23 новобранцы 111-й артиллерийской бригады 48-го особного батальона радиоэлектронной борьбы. После Нового года до Рождества мы планируем перевести всех военнослужащих в свои подразделения, где они уже совместно будут выполнять задачу, проходить этапы слаживания, одиночную подготовку, слаживание отделений, взводов, батарей. И венцом подготовки в первом полугодии станет тактическое учение или контрольное занятие по специальной подготовке с боевой стрельбой в составе дивизионов. Следующий год будет достаточно интересный, насыщен мероприятиями боевой подготовки. Будем выполнять мероприятия на полигонах Республики Беларусь. И венцом или окончанием всей деятельности в следующем году будет примем участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021» совместно с Российской Федерацией. Усе яны прыбылі з розных куткоў нашай краіны дзеля адной мэты – вучыцца ваеннай справе па неабходнасці стаць на абарону незалежнасці Беларусі. Это, наверное, один из этапов становления гадкого утёнка, превращения в красивого лебедя. То есть мужчина должен быть мужчиной. И армия, как правило, нашу молодёжь такими мужчинами потом их и делает. Приятный, ответственный момент сегодня произошёл. Принял военную присягу, ну и буду защищать свою родину. Сильно переживаем, чтобы все было благополучно, хорошо, чтобы отслужил, отдал долг родине. Вот, мы его настраивали с самого детства, что это обязательная служба. Для меня это очень важный день, потому что каждый мужчина должен защищать свою страну, должен защищать ее независимость. И должен принести присягу на благо Родины. Цяпер кожны з іх паўнапраўны салдат Республікі Беларусь. Наперадзе штодзённая баявая вучоба, атрыманне прафесіі абаронцы айчыны.